Давай 3 штрафных круга. Чего? За опоздание. Здравствуйте. Я... Курласки вчера никто это сам. Здорово. Не захотел. Почему не захотел? Все захотели. Нет, привет. 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 Вот это да, сколько народов. Здрасте. Так, сейчас эти сегменты пришли. Ничего, то я с Кошелем Николаем. Парень, видишь, у меня даже компьютер есть. Ну да, немножко, да, там дал в прошлом году. Подвиг не надо совершать. Ни тебе тоже подвиг совершать не надо. Если вдруг вас вынесло вперед, и по какой-то причине, там это меняли, что там кто-то жрать. Нет. Трупы выехали вперед. Типичная ошибка новичка, такое чувство вины получается. Типа там кто-то впереди вел, теперь я выйду, да, я тоже поведу. Он ведет, блин, километр свой, и после этого благополучно вздыхает, и в группу уже даже сесть не может. И сзади отвалится. Обычно это происходит на каком-то небольшом подъемчике. Тут подъемчик, вот он единственный. А, ну с той стороны еще. Ну все равно, если под 40 раз дать, здесь тоже можно вывести. Не надо геройствовать. Вперед вышел, ну провел свои там 300 метров. Вот, потом, значит, едем. Ты едешь впереди, захотел сдать смену, показываешь локтем, что сдаешь смену. Если левым локтем показываешь, то уходишь вправо. Ходи все время будет вправо. То есть группа едет, локтем показал, вправо уехал. Вот, значит, ты объезжаешь, ты потихонечку спускаешь до самого конца, зад опять сел, все, едешь. Не надо превышать. Ты когда выходишь с колеса из-под ветра, у тебя сразу кажется, что у тебя немножко сил прибавилось. Блядь. Это ложное ощущение. Задача держать ту же самую скорость абсолютно. Вот как вы вышли, ту же самую скорость. Скорость. И значит, не ломать строй. Вот если изменяемся, то круговерть она должна. Не надо, если там сзади что-то там засвечивать, пытаться дыру, чтобы кто-то перед тобой перестроился. Вот как встали. Вот в таком же порядке все движение должно быть. Привыкли друг к другу, ты привык там к его колесу, ко всем колесам привыкли и нет. Ну там вот поворот, вот тот единственный группы-то стоит. Да, поворот ходите плавнее, не надо это. Ну, пока поливалки не обоссали, тут все повороты, кроме того, безопасны. Угу. Все едут абсолютно без тормозов, но вот на том повороте я там сам падал. Едем. Ладно, поехали, давай. А что мы? Ты едешь всегда за мной.